Всем салют! Сегодня у нас начались ряд ивентов, посвященных годовщине, да, вечеринка годовщины и подготовка группы. Это ивенты два связанных, соответственно, и испытания Цербера. Начнем с испытания Цербера. Здесь мы ходим как на дома на Цербера, да, то есть на карте у нас много Церберов находится, они как дома монстров, да, соответственно. И убиваем их, получаем. Все просто, да, то есть... Вот они так выглядят. Убиваем их, получаем руны, различные награды, да, то есть все как обычно. Здесь падает много подарков для девушек, да, тем, у кого не прокачаны девушки, рекомендуется ходить как можно больше на церберов, соответственно, да. Завтра будут дома монстров, но лучше ходить на них, подарки здесь получше. Опять же, здесь у нас есть определенное количество, нужно пройти 400 церберов убить, и вот открываются такие нам награды, да. Две шкалы, все как бы знакомо. То есть хотите получить нижние награды, которые довольно-таки приличные. Здесь у нас и подарки с сокровищем есть, да, есть у нас молитвы для наших реликвий. Соответственно, но это стоит $10. То есть кто донатит хотя бы немножко, да, то есть открыть его в следующий, к примеру, секретный приказ в среду, под него открыть очень даже достойные призы будут. Рекомендую. Соответственно, у нас есть теперь вечеринка годовщины, да, то есть здесь у нас мы выполняем задание подготовки. Шкала у нас идет, и, соответственно, мы можем получить такие вот бонусы, призы. Вот выпадают, да, рандомные подарки. Тоже приятно. Справа у нас магазин, да, то есть здесь мы ничего нового, все обычно, да, за фейерверки. Фейерверки мы получаем в подготовке за выполнение заданий. Вот у нас тут убить монстров, потратить золото, да, то есть мы получали фейерверки. И там их реализовывали, да, соответственно, руны. За 300 рун нам дают очки подготовки, которые влияют на наше место, да, то есть в рейтинге. И вот каждый день у нас будет такой рейтинг. Призы мы будем получать, да, то есть кто в нем участвует. Задания разные. Сегодня у нас тут хорошо именно руны, да, получить руны бесплатно. Уходим на Цербера, оттуда падают руны, и, соответственно, поднимаемся в рейтинге. Здесь магазин, все как обычно в вечеринке, да, соответственно, более-менее хорошие призы начинаются у нас с 20 уровня. Здесь у нас сокровища появляется, да, можно прокачать. Добавили уже сюда и молитвы, да, то есть продвинутые, то есть чтобы прокачать наши реликвии. Но все это, конечно, за донат. Кто донатит, тот найдет себе что взять, как прокачать. Игроки, которые без доната, смотрим награды до 20 уровня, кому что нужно, кому там ресурсы к будущему чуду, кому руны докачать. Ну, каждый там для себя решит, что ему брать. Соответственно, вот. Также у нас еще появился здесь магазин такой. Вот здесь мы покупаем пакеты, да, соответственно, получаем монеты. Вот все прописано. За 1000 золотых, которые вы покупаете, да, мы получаем 70 юбилейных бонусных монет. Вот смотрим, сколько вам нужно получить там или скин похода, или замок, да, то есть довольно-таки недешево. Соответственно, если у вас, может, не хватает каких-то скинов таких, да, то есть можно добрать, да, купить вот такие коробочки и добрать скины. Кто-то может руны взять, но, опять же, у кого какой донат, кто не донатит, ну, соответственно, этот магазин не для вас. Ну, то есть у меня, вы видите, тоже доната нету, не предвидится в ближайшие дни, по крайней мере. Соответственно, этот магазин пока я не рассматриваю. Ну, а здесь, в принципе, вот стараюсь ходить на Цербера сегодня, да, чтобы как можно повыше подняться в рейтинге, получить призы. Довольно-таки неплохие для прокачки сокровищ. Да, не только сокровищ, да, то есть вот для того, чтобы затачивать. Реликвии даже нужны, вот эти вот материалы. Их тоже стараюсь получить, так как это вот тоже все нужное. На этом все. Сегодня еще выйдет обновление.
Ну и про него я завтра расскажу, когда его полностью поставят, когда пройдут все баги, уберут лаги, да, и можно будет посмотреть, как там, что избавят. Сегодня будет битва в подземелье, да, что там изменят, не изменят, посмотрим. И, соответственно, что касаемо сердца, думаю, завтра сниму видео, расскажу. Всем спасибо.